Российское агентство РИА Новости. Какое агентство? РИА Новости. Такого агентства нету, РИА Новости. В РИА Новости, потому что все врет, врет это агентство постоянно. Вот ваш герб будет, видишь? Это ваш герб будет, герб. Понял? Блокнотик, ручка и наручники. Понял? Как клеем будете в хлебную чернильницу макать и молочком писать. Своим Надеждой Константиновым. Ну, сюда. Ну, тем не менее. Подожди, выключи этот свет. Выключи этот свет, ты подонок, подлец, скотина. Я сам всем свечом, будет мне светить. Не надо мне помогать. Говори. Ну, тем не менее. На кого ты камеру направил, подонок, ты скотина? Ты видишь, кто стоит перед тобой? Микрофон научись держать, подлец. Говори. Я просто хотел вас узнать, вот как лично вы понимаете лозунг нашего премьер-министра. Не нашего, вашего премьер-министра. Понимаете, вашего. Он не нам, вашего премьер-министра. Нашего будущего бывшего. Понял? Говори. Да, ну... Пускай будет так. Как вы понимаете его лозунг, если дорог тебе твой дом? Хороший лозунг, я хорошо понимаю, нормальный лозунг. Если дорог тебе твой дом, подонок и подлец, продай его и купи себе другой, подешевле. И живи в нем, понял, скотина? Живи, подонок. А вот ваши собственные лозунги? У меня лозунги очень простые, очень простые. Каждому члену ЛДПР по демократке, каждому демократу по зубам, каждому чубайцу по фейсу. Ты понял, да? Ты когда светил, включи лампу свою. Ну, включай, держи микрофон сюда. Если вдруг вы выиграете предвыборную кампанию, что вы сделаете в первую очередь? В первую очередь, подниму Россию с колен. А во вторую? Во вторую поставлю ее на четвереньки. Понял, подонок? На, привыкай. Я пошел. Меня ждут женщины России. Причем все. Понял, кого ты снимаешь, подонок, скотина, подлец. Выключи свою лампу, вонючий.